Главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года, передает РИА Новости. Подписи под конвенцией на торжественной церемонии, которая прошла в Актау после окончания пятого Каспийского саммита, поставили президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Раухани. Эксперты называют подписанный пятью лидерами документ Конституции Каспийского моря. В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон. Одно. И недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами. Не забудь подписаться на канал.